Когда ты очаровываешься чем-то внешним, вроде бы тебе кажется, что это красиво, что это успех, что вот, наконец, ты чего-то добился, а потом ты понимаешь, что по сравнению с истинными вещами, с любовью, со смирением, с кротостью, с настоящим неподдельным таким отношением к людям, вот без ревности, без зависти, да, то вот то, что у тебя было, и тот успех, который ты получал, он ничего не стоит в сравнении с другими вот вещами в жизни, сокровенными, которые ты начинаешь со временем приобретать. Ювелир, художник, меценат. Он рано испытал на себе ореол славы и признания. Петр Аксенов – известное имя в ювелирном искусстве. Но вместе с успехом пришлось познать и обратную сторону – искушения, соблазны и разочарования. Но здесь на самом деле некрополь, который уже вот восстановлен сейчас в наше время. А когда мы сюда приехали вот в то время, здесь, в общем-то, не было ни крестов, ни могил. В Казанском соборе находился склад, где хранились сенокосилки, трактора. Заезжали они через алтарь, были сделаны ворота. В общем, был сохранен только Введенский собор. Современную историю Оптиной пустыни он знает не из учебников. Здесь прошли его детство и юность. Из любимых старцев – Варсонофий, Нектарий и Амвросий Оптинские. Последний – ближе всего по духу. Старец Амвросий, он тоже в какой-то степени очень близок мне, потому что и он в какой-то момент своей жизни действительно такой светскую вел жизнь, он очень любил балы, вот, и не сразу ушел в монастырь. Поэтому как-то вот, вот эта вот сила, да, его оставить этот мир, потому что он радовался жизни, он его любил, все, да, как бы, и в то же время вот он оставил, и ради Господа ушел сюда, стал здесь насельником, очень сильно заболел. Когда приезжает в Оптину, он в первую очередь идет сюда, к старцам, помолиться, а потом в соседнюю часовенку. Здесь покоятся мощи трех убиенных монахов – иеромонаха Василия Рослякова и инока Ферапонта и Трофима. Их убил душевно больной Николай Аверин в пасхальную ночь 1993-го. Петр Аксенов помнит самый первый приход в монастырь отца Василия. Он тогда 12-летним мальчишкой дежурил на воротах Оптиной, встречал паломников. Познакомился с отцом Василием, когда дежурил на воротах, просто вот сидел с дежурным. Я сразу встретил тогда Игоря Рослякова, который пришел, подошел, спросил, как ему можно расселиться, где находится храм, куда пройти. Я помню, как бы его первый вот самый приход в монастырь. А после, конечно, на моих глазах он стал иноком, принял монашество, стал иеромонахом. И все это время мы сохраняли дружбу и общение. Человек был, на самом деле, необыкновенного дара любви, очень смиренный, добрый, всегда тихий, спокойный, но всегда улыбался. Он очень поддерживал меня, потому что я потом приезжал в Оптину уже, когда пошел 10-11 класс. Меня смущали, бороли разные страсти. И он своей добротой, своей любовью на исповеди, к которой я не раз прибегал, очень сильно мне помогал. Он до сих пор жалеет, что не остался тогда с ним на Пасху. Праздничную литургию в ту трагичную ночь он с мамой провел в Донском монастыре. Мы приехали домой и, разговляясь с мамой, говорили об Оптине, говорили о том, что жаль, что мы не поехали на пасхальную службу в монастырь сюда, остались в Москве. И раздался звонок буквально через час о том, что произошла вот такая трагедия.
Но это была, с одной стороны, трагедия, с другой стороны, конечно, промысл Божий, потому что это действительно была необыкновенная служба, отпевание. Мы выехали на следующий же день в Оптину, и это было, наверное, такое моление, которое для меня вот осталось всегда в памяти, когда, с одной стороны, все в красном пасхальном, и Пасха красная, в сердце, и в то же время вот скорбь по трем убиенным инокам. Семья Петра Аксенова перебралась в обитель после того, как наместник Оптина и архимандрит Евлогий предложил маме Петра стать реставратором монастыря. Петр еще помнит, как в этом историческом больничном храме монастыря в его детстве здесь стояла пианино, за которым он занимался, а за стеной храма была трапезная. Я ходил в школу рядом вот в город Козельск пешком. Утром вставал на братский молебен, после братского молебна благословлялся наместника, ехал в школу, обратно возвращался пешком, ходил еще в музыкальную школу. Здесь была трапезная, у монахов стоял музыкальный инструмент, пианино, на котором я занимался. И, в общем, конечно, это место, которое сейчас уже преображено в храм, а по тем временам здесь вот за стеной братья монастыря собиралось, конечно, для меня действительно было таким всегда местом, куда хочется вернуться и вспомнить детство. Еда была всегда вкусная, но простая. То есть каша, суп, борщ. Но все приготовлено, конечно, с большой любовью, с молитвой. Очень такое настроение всегда после монастырской трапезы было благостное, да, вот как-то было сытно, но при этом все равно очень всегда как-то душа пела. Оптина стала для школьника Пети спасением. В столичной школе мальчишкой он в буквальном смысле подвергся гонениям за веру. Когда я не вступил в октябрят, это было как-то незамечено, ну там заболел, что-то не пришел в школу, ну и так дали звездочку, я ее не одевал. А когда, конечно, уже принимали в пионеры, это было серьезно, это было в музее Ленина, который сейчас музей войны 12-го года, вот, филиал исторического музея, там все по красной лестнице должны были подняться. Всех принимали, и я не пришел в этот день в школу. Позвонили на следующий день моей маме. Она сказала, что мы православные, верующие, и я, сын, вступать в пионеры не будет. Вот. Ну и, конечно, это была такая целая атака. Меня вызвали, значит, к завучу, к директору. Потом перед всей школой была линейка. Все говорили, что вот если бы мы раньше знали, что ты из такой семьи, почему же ты молчал, мы бы тебя наставили на путь истины. Даже в их словах была такая вот обратная сторона. Да, да, путь истины в их понимании. Ну, вот. То есть, получается, прямо перед всей школой на общей школьной линейке? Да. Да. Отец Иоанн Крестьянкин, даже моей маме, написал в письме, что небезопасны твои опасения по поводу учителей, потому что вот две учительницы, которые у меня были, они обе, в общем-то, так были очень энергичные. Одна просто там и линейки об меня ломала, и я постоянно приходил избитый, по голове меня била. То есть у нее такая была страшная ненависть и вот злоба. Она все время искала крестик, где он зашит, что раньше зашивали крестики, вот алюминиевые такие маленькие, зашивали в маечку. И вот она все время маечку проискивала, просматривала каждый раз, когда я приходил, чтобы там не было крестика зашито. Вот, один раз меня тоже как бы так научили говорить монахи в монастыре. Я пришел, она ищет крест, креста нет. А я говорю, но все равно крест у меня есть, вы его не найдете. Она волосы начала смотреть, искать в волосах. А я говорю, все равно вы не найдете. Она говорит, да где же он у тебя? Я говорю, он у меня здесь, внутри. Он говорит, ты его проглотил? Ну, то есть они его даже не понимали, да? Да, что крест может быть внутри человеческого сердца. То есть это вот такие вот люди, к сожалению, которые, может быть, и пришли позже к Богу, но по тем временам это действительно были люди вот абсолютно чуждые мне, и мне было тяжело. Переехать после Москвы в монастырь в советское время было в какой-то степени подвигом. Но с первых дней в трудные моменты жизни семью Аксеновых поддерживал архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовный отец Петра Аксенова.
Пел на клиросе, хлопотал в трапезной, а летом, когда приезжало особенно много паломников, помогал гостиничему. Петр Аксенов без преувеличения вырос в Оптиной. Вот и дом по благословению духовного отца архимандрита Иоанна Крестьянкина купил совсем рядом с обителью. Здесь, с этого холма, Оптина как на ладони. Этот дом Аксеновым понравился сразу. После покупки здесь все переделали под свой вкус. Рядом с усадьбой вырос красивый сад. Внутреннее убранство не отличить от старинной избы 19 века. Лариса Шаховцова редко отсюда уезжает. Здесь в тишине от городского шума, в молитвенном уединении можно спокойно писать иконы для Оптины, Данилова и Соловецкого монастырей. Ко мне приехал человек, он меня давно знает просто как иконописца, и я на Соловке писала первый крест. Когда еще вот Соловки только передали по благословению отца Иоанна Крестьянкина. Ну и вот какая-то связь, она постоянно существует. В Оптиной пустыне я занималась вначале реставрацией, вот, а потом, поскольку все время монастырь восстанавливался, нужны были иконы, вначале подарочные, потом иконы в храм. Иконописцев тогда было очень мало, вот, и поэтому по благословению пришлось и писать иконы. Я пишу иконы с 84 года. Да, закончила труд Сергиева Лавра, иконописную школу. Потом работала реставратором в Даниловом монастыре. И, собственно, из Данилова монастыря меня в Оптину позвал реставрировать вот архимандрит, тогда Евлогий, теперешний владыка Суздальский. Петр здесь бывает реже из-за плотного рабочего графика, но в свободные минуты первым делом сюда. Это такая дальняя дача. Я всегда вспоминаю, опять же, свое детство здесь проведенное, когда мы купили этот дом, приехали в Оптину. И здесь, в общем-то, мальчиком 12-15 лет я собирал там грибы, ягоды, возделывал огород, помогал маме, принимал гостей из Оптины, гостей из Москвы. Сюда приходил и отец Василий, про которого я рассказывал. Другие батюшки здесь бывали. Всегда справляли мои именины 12 июля на Петра и Павла. В саду накрывали большой стол. Тому такое место, наполненное какой-то радостью, воспоминанием лета. Вот наша русская литература как нельзя лучше описывает вот это вот, да, там, Петров день, Преображение, потому что у нас большой яблоневый сад. Любимое яблоко у меня Антоновка, у нас довольно много этот сорт растет. Поэтому, конечно, это место, оно просто для меня таким, наверное, является сокровенным. Здесь мало кто бывает из таких людей, не близких мне. Купить дом рядом с Оптиной их благословил отец Иоанн Крестьянкин. Петр Аксенов познакомился с батюшкой еще в детстве. Мама привезла меня в Псково-Печерский монастырь, когда мне было 5 лет. И вот отец Иоанн Крестьянкин, мы ездили на все каникулы к нему, и он писал всегда мне письма, отвечал на вопросы, очень внимательно относился к тому, как я учился, чем я увлекался, то есть вникал в каждый вот мой процесс. И, конечно, он был для меня каким-то авторитетом. Я могу сказать так, вот как ребенок, конечно, осознать какую-то духовную силу и необходимость, которая у меня есть сейчас внутри меня, но к которой я пришел, наверное, посредством именно опыта жизни. Тогда это было, наверное, вот какая-то благодать, которая исходила, да, от этих людей, и вот любовь, даже, наверное, от мамы больше была, наверное, таким человеком, да, ну, родным, и она просто там, ну, меня как-то вот ограждала от чего-то. Среди многочисленных заботливых писем батюшки есть одно, особенно дорогое. Петр выучил его, кажется, уже на зубок, но при случае каждый раз перечитывает заново. Он всегда вот обращается тоже в большинстве ко мне всегда, дорогие Лариса и Петенька. И пишет интересный такой момент про работу, которую я всегда беру за основу. Вот и зачитаю кусочек. «На работе будь равна и не спеши с выводами. Всех хороших и мнимо хороших и явно плохих всегда принимай за хороших, ибо все весьма относительно. И всем в немощах, и всем нужно сочувствие и понимание. Все у вас происходящее
ни с кем из сотрудников не обсуждай и своего мнения никому не высказывай. Ни словом, ни делом, ни отношением. Со всеми ровно и доброжелательно одинаково. Вот я стараюсь такой вот мудрости батюшкиной придерживаться. Ну как тяжело это. Иногда. Жизнь-то. Вот почитаешь такое письмо, и после этого уже... Да, относиться к плохим, как мнимо плохим, как к хорошим. Мудрость батюшки не раз помогала Петру в сложных жизненных ситуациях. А такие на его пути случались нередко. Петр Аксенов долго искал себя. И хотя с детства верил в Бога, это не застраховало его от ошибок и падений. Он был стилистом, фотографом, окончил теологический факультет, увлекался декорированием ресторанов, искусством. Но глубокой радости и удовлетворения не было. Был очень долгий поиск. Я очень долго шел как себя найти, как творческая личность. Это было непросто, вот, потому что мне хотелось попробовать разные вещи. Я всегда ко всему подходил очень ревностно. То есть, если я за что-то брался, то это должно быть безупречно. Если это интерьер, значит, он должен быть вот самым красивым, качественно сделанным. Если это там... съемка, фотопроект, выставка. Ну, я всегда отдавался. Сейчас я могу просто жалеть от того, что я мог отдаваться абсолютно внешним вещам, которые, конечно, могут диктовать только лишь какие-то, ну, плотские и не совсем духовные вещи, да, потому что красота, она тоже бывает разная. Боролась духовное и светское, то, что в детстве заложила мама, иконописец-реставратор, и отец, известный в советское время фотограф и продюсер. Лишь начав заниматься ювелирным делом, он почувствовал в этом свое призвание. Украшения Петра Аксенова обрели мировую известность с выходом последней экранизации фильма «Война и мир». Вот именно эти бантики с речным жемчугом Наташа Ростова надела на свой первый бал, а эту тиару носила в фильме Элен Курагина. Воспитанный в глубоком уважении к царской семье и русской культуре, он в каждом своем украшении старается отразить и любовь к родине, и национальную идею. Привыкнув все доводить до совершенства, Петр Аксенов быстро поднялся в новом деле. Головокружительный успех и признание с головой окунули в светскую жизнь балы и рауты. Времени на духовную жизнь оставалось все меньше. В принципе, я действительно в какой-то момент понял, что я довольно сильно изменился. И изменился с любовью, опять же, к светскому миру. Я как бы с радостью как бы его вспоминаю. И действительно, это был мир как бы проб и ошибок. И у каждого, я считаю, он должен быть, потому что сразу с детства осознать, да, какое-то наше назначение прямое и понять основную, как бы, основной смысл жизни тоже не всем дано. И мне пришлось очень через многое пройти, очень много чем быть искушенным, соблазненным, много и разочароваться. Моменты разочарования и усталости от светской жизни он всегда приезжал сюда, в любимую Оптину. Не посещают ли иногда мысли оставить иногда светскую жизнь и прийти в монастырь? Ну, это высокое призвание. Конечно, Господь должен позвать, открыть. Вот. Я всегда об этом думаю, потому что это действительно высокий подвиг. И для меня люди, монахи, это образец действительно таких великих служителей. И мне лично, да и многим христианам помогает именно путешествие, паломничество по святым местам, общение со старцами. Здесь, например, вот в Оптино я тоже соприкоснулся со старцем Илием, потому что он был насельником. Я нес такое послушание, топил у него печки.
Вот, поэтому вот как-то монастырская вот такая аскетика и жизнь монастырская, она мне близка. Особенно цены для Петра наставления его духовного отца Иоанна Крестьянкина, который учил ко всем относиться с любовью и смирением. Чаще всего бывают такие случаи, что человек тебе близок, ты с ним как бы на одной волне, вроде бы у вас общий язык, а потом раз, ты понимаешь, что он там тебя предал, и в этот самый момент, опять же, ты не должен усомниться и все равно хорошо к нему относиться, уметь простить. Доверить. Да, то есть как вот Господь, да, который, в общем-то, простил всех, и кто его распял, и кто его предал, то есть у него не было никому даже никакого никогда упрека, он все принял так, как должен был принять. То есть, но мне... трудно же это. Это трудно, но вот это как бы, наверное, тоже вот ответ на ваш вопрос, что вот у меня как-то вот это тоже такая вот цель, в этом мое понимание вот спасения, в этом моя вера, в том, чтобы стараться достичь вот этого совершенства безграничной любви. Ну и святые все, которые вот мне близки, и вот батюшка, отец Иоанн Крестьянкин, духовный отец, он вот, я видел просто в детстве, как он относился к людям, как он любил людей абсолютно разных, образованных, культурных, духовных, простых, светских, самых разных. И ко всем абсолютно было вот это вот безграничное одно состояние любви и смирения перед любым человеком. Небо преславно, царицу вселенную и веселится, царствующую зря с Богом. Вот ими отмени по наследию и чижение воскресенье. Бог славы, сын твой чистая, со славою, яко матерь приятя, и посади одесную себе. И восседавши князи иными, от левитах урабши твой, умяшися во образовании твои. Он как может старается следовать наставлениям батюшки. В каждом находить хорошее, закрывать глаза на недостатки. Наверное, есть моменты такие, что я могу сожалеть, конечно, о потерянном времени. Много, например, может быть, людей в моей жизни было лишних и ненужных, в которых я верил, которым, общение с которыми мне казалось действительно истинным. Но последние годы Господь посылает, открывает мне настоящих друзей в Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах России. Я много путешествую. Я очень много вижу соратников, очень много вижу людей, которые разделяют мои принципы, принципы православия, интересуются культурой, историей. И все эти люди верующие или воцерковленные. Поэтому, на самом деле, я считаю, что я полностью вот, в светском понимании человека, которого спрашивают, счастлив ты? Я счастлив, потому что я знаю как бы истинный путь, я вижу, к чему нужно стремиться мне, какие ошибки нужно исправить. Я очень благодарен своему окружению.